Грациозные движения, шерсть шоколадного цвета и самые мощные челюсти из всех кошачьих. Хвостатая именинница в свой день рождения неспешно разгуливает по клетке. Черному ягуару по кличке Нуар сегодня исполнилось 6 лет. Для пятнистых животных это самый расцвет сил. По человеческим меркам лет 20. В самарском зоопарке красавица Нуар живет в ангаре. Родина ягуаров – Южная Америка, и поэтому сейчас им на улице будет просто холодно. Прямо по соседству ее партнер Кекс. Вместе, в одном вольере, они живут только в брачный период. В природе эти животные одиночки. Если слишком много времени будут проводить вместе, просто-напросто подерутся. Нуар поселилась в самарском зоопарке еще котенком в возрасте 8 месяцев. Привезли ее из Санкт-Петербурга. Вслед за ней здесь появился и Кекс. Несмотря на то, что супруг бело-рыжий, животное одного вида, и разница у них только в цвете. Сейчас Нуар уже дважды мама. Потомство кошачья семейка приносит каждый год. Как истинная леди, Нуар сидит на диете. Лишний вес может создать проблемы во время родов. Характер она добрая, так она даже гладится, дается, но не всем. Очень умная. Кошка довольно-таки. Вот когда мы привезли ей мужа, так сказать. В общем, она его, он был маленький, она его как детеныш, то есть за ним учила всему. Она всегда с ним была рядом, ругала его. В природе ягуары самые неприхотливые в еде. Охотятся на птиц, обезьян и даже небольших крокодилов. Его челюсти способны разгрызть панцирь крупной черепахи. Внешне ягуары больше похожи на львов и пум, хотя на самом деле произошли от тигров. Но, как считают воспитанники приюта «Надежды», которые пришли поздравить Нуар, даже хищникам нужно устраивать праздник. Им приятно, что у них день рождения, им дарят подарки, что пришло много людей полюбоваться на них. Вместо праздничного торта в подарок Нуар получила аппетитную курицу. Лакомый кусочек достался и Кексу. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».